сегодня отличная погода. Бензин 4,69. Большие машины. Four by four, полный привод. Вон стоит рам. О, смотри, какие столы. Столы, лавки такие для кемпинга или для сада. 149. Классные. Вау, это не машина, это танк. Смотрите, какой большой. Вот я стою, вот моя голова, вот это капот. Please save your word for my channel. На тележке возят. Мы с вами уже были в этом магазине. Ну ладно, покажу еще раз. Вот такие скамеечки пластмассовые, $99, а просто стулья 29,98. Ричард меня торопит. Все пронумеровано по секциям. Это огромный магазин. Ну вот, у вас есть представление. Вот такой хозяйственный в Америке. Вот это все, чтобы сорняки убирать. Не могу пройти мимо. Вкусный запах. Каш, голова закружилась. Это розочки. Светильники здесь всякие. Вот эти вот для сада. Внешние светильники — это люстра с вентилятором. Я пришла в отдел красок. Называется Paint. А вот здесь сам выбираешь оттенок, какой тебе надо. И один раз ты выбрал оттенок, и там по номеру телефона он будет всегда в базе данных. Здесь я вижу, кисточки продают. Вам могут вот это ведро краски прямо здесь намешать с вашим оттенком, и у вас домой придете уже с готовым. У них тут специальная машина. Вот там все оттенки.
Ready? You pay here? Outside? Home Depot принимает на работу. Здесь можно взять application. Начальная цена. Кассир 17.50 в час. Продавец 18.50. Фрайт 20.50. Сейчас поставим вот эти треугольнички. И положил на них доску для покраски. Это дверцы для шкафа. Ричард поставил магнит и дверцы. А это следующая полка, которая превращается в шкафчик. У нас процесс почистить и покрасить ящики.
Я что-то открутила все ручки, буду делать золотые.